Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я записываю со второго аккаунта. Сзади на одного человека не обращайте внимания, если кто-то смотрит на веб-камеру, потому что он там вообще не в тему. Это вообще фон такой, сзади хромакей, и он там... В общем, ладно. Что ж, сегодня я хотел бы вам рассказать, как я добываю гемы в игре Clash of Clans, потому что многие меня часто спрашивают, откуда у меня столько гемов, что я вообще делаю и как я их вообще добываю, потому что все время у меня через день-два появляется все больше и больше гемов. Я как можно больше мусора вырастил, скажем так, ну не я, он у меня появился со временем, и поэтому такие вот дела. И что ж, давайте посмотрим, что у нас получится. И первое вот дерево, сейчас я давайте уже каким-нибудь образом отменю одного строителя, так и быть. Да, бывают иногда такие огорчения, что у меня один строитель в работе, но я его ночью поставлю, тогда это не так важно. Ну и вот смотрите, первое дерево, давайте посмотрим, сколько оно гемов мне принесет. Почему именно второй аккаунт? Потому что про второй аккаунт я почему-то забыл в последнее время, и как вы видите, тут чистка не происходила довольно давно. Возможно, вы слышите посторонние шумы, это из-за того, что окно открыто, и вот плюс 3 гема. Уже сразу я получаю уже 3 гема. Это не так уж и мало на самом-то деле, потому что, честно говоря, вот таких вот пару деревьев у вас уже будет около 20. И, честно говоря, вот за все это время, пока я добывал гемы, я приобрел третьего строителя, благодаря мусору, скажем так, благодаря именно этому мусору. Уже у нас 5 гемов. И вот таким именно образом я открыл этого третьего строителя. То же самое я пытаюсь сейчас делать и на своем основном аккаунте. Там тоже хочу четвертого строителя открыть, но вы сами понимаете, что придется очень-очень много мусора вырастить. Что ж, у меня первоначально было 7 гемов, как вы помните, и я надеюсь, что сейчас их станет гораздо больше. Гораздо больше. Что ж, пока что, как вы видите, мусор особых результатов мне не принес. Ну, вообще ничего нету практически. Но я думаю, что к концу всего вот этого вот действия у меня появится больше гемов. Уже 17, как вы видите. Еще плюс 5 гемов. Это неплохо, реально неплохо, так как благодаря вот этому вот всему мусору, если я его очищу, то у меня будет порядка 60, возможно. Ну, может, я и перегнул палку, но я надеюсь, что приблизительно так. Но вот здесь не повезло, всего лишь один гем. И через раз везет, не везет, потому что иногда вообще в мусоре может ничего не находиться. Вебка немного, возможно, лагает, потому что записываю вечером, а вечером матрица как-то неправильно работает, и поэтому лаги. Я заметил, что днем, когда записываю, лагов вообще нет никаких, а вот вечером все время вебка лагает. Не знаю, это не связано с компом никаким образом. Что ж, 21 гем, и того уже 14, получается, я раздобыл. 14 гемов. Иногда бывает. Иногда бывает и такое. Но чаще всего, все время больше и больше. Вот уже 18. Уже 18. И, честно говоря, серию об этом не хотелось бы, только заострять внимание на ней, скажем так. И поэтому сейчас я еще и нападу, да, как вы видите, у меня есть варвары, и я постараюсь напасть и добыть весь тот эликсир, который мы потратили на этот мусор. Что ж, 25, у меня было 7, итого уже 18, да, до сих пор 18, как вы видите, с мусора ничего не получаю. Ну, бывает иногда. Я думал, что 60 будет, но, видите ли, 60, скорее всего, не будет. Ну, немножко перегнул палку, скажем так. Ну, 30, вот, как вы видите, еще 5, итого уже 23 гема добыл с мусором. 23. Также выпадают ящики с кристаллами, но ящики с кристаллами, они выпадают, скорее всего, раз в неделю, приблизительно раз в неделю. И оттуда вы получаете все время 25 гемов. Больше мне никогда не выпадало, поэтому если у вас еще и ящик появился, то это еще большой плюс, потому что, как вы видите, со всего мусора я приблизительно 25 пока что и достал. Еще не достал 25, 24 пока что, 24 гема. Сейчас почищу все это, сделаю свой вердикт, ну и, конечно же, мы нападем. Потому что запись уже длится 4 минуты. Пока что, как вы видите, мусор не дает никаких нам особых результатов. И, кстати, чем больше мусор, скажем так, дерево какое-нибудь или елка, тем дольше приходится его разбивать. Ну вот, смотрите, нашли 6 кристаллов, а это довольно неплохо, 6 кристаллов. И уже на данный момент 30 кристаллов найдено. Это уже больше, чем в ящике в раз в неделю выпадает.
И это очень круто. Поэтому, ребят, вот когда у меня меняется количество гемов каждый раз, это я не покупаю его, это я просто, ну вот, собираю с этого мусора, либо собираю с ящиков. Я просто его не трачу. Да, я просто его не трачу, и поэтому вот так вот и получается все. Вы нашли 4 кристалла, ну и что еще? И что еще у нас? И еще 5, вот практически 60, как я и говорил. Ну, ошибки иногда случаются. Я думал, что будет приблизительно 60, потому что чаще всего мне везет гораздо больше, чем сейчас. Сейчас вроде как не повезло, потому что всего лишь 47. Ну, 40 гемов найти с мусора, с такого элементарного мусора, это неплохо, это очень неплохо. Что ж, давайте соберем вот это вот все. И, конечно же, нападем хотя бы один раз. Кстати, я уже без клана, да, без клана. Клан Ревизор уже тоже не существует. Ну, решил пока что забить на эти кланы, так как они особо ничего не приносят. В плане, вообще, там никто ничего не делает в этих кланах. И поэтому на них все забивают, как и я, в принципе. Поэтому смысла от этого клана особого нету. И я просто забиваю на него. Что ж, подбор противников в процессе. Подбор противников в процессе. Тут у нас пока что ничего нету. Хотелось бы, конечно, где 20-40 тысяч. Ну, тут 20 тысяч, но очень мало эликсира. Но эликсир иногда чаще попадается более-менее нормальный, чем, например, золото. Золота вообще никогда практически нет нигде. Сейчас, конечно, обратная ситуация. Больше золота, чем эликсира. И это довольно странно. Почему-то так происходит. Но я не знаю почему, честно. Что ж, давайте еще немного поищем. Ну вот, 25 тысяч, 21 тысяча. Это не так много, сразу скажу. Но у меня уже 80 гигантов. У меня практически фуловая ТХ, поэтому особых проблем нет. Давайте вот так вот пустим их. С двух сторон сразу же. Сразу же с двух сторон. Я не буду на 4 стороны разделять их. С двух сторон выпускаем и смотрим, что из этого получится. По бокам вроде зданий нету. Нету. И поэтому смотрим, как они будут добывать нам сейчас все. Все находится в центре, как вы видите. И очень-очень хорошо орудует здесь мортира. И поэтому может быстренько всех наших воинов разбить, скажем так. И мы ничего не добудем. Но хотя, смотрите, к золоту прорвались. Это хорошо. Это хорошо, конечно же. Но хотелось бы, чтобы варвары быстрее немножко работали. Потому что всего лишь одна звезда. Ну, бывает, иногда случается огорчение, скажем так. Ну, да, вот все. Дарк мы, точнее не дарк, а эликсир. Эликсир мы восстанавливаем, поэтому особых проблем нет. Это я не закрываю ухо, чтобы слышать, насколько хорошо мой тембр голоса. Поэтому не закрываю одно ухо, да. Что ж, ладно. И как вы видите, 66%. Конечно, золотишко хотелось больше, но что есть, то есть. Ну, в этой атаке не повезло. Ну, бывает иногда, да. Здесь я немножко неправильно, возможно, напал. Можно, скорее всего, надо было кучей выпускать эти войска, потому что все-таки 4-я ТХ здесь. Если кучей выпускать варваров, лучниц, они даже лучше затащат, чем если их распределять как-то. Ну, иногда такое бывает. Что ж, ну, вот как-то так. Это был небольшой ролик о том, как я коплю гемы. Я коплю их именно таким образом. И я думаю, что это довольно-таки неплохо. Что ж, на этом все тогда. Продолжим в следующей серии. Скоро выпущу серию по основному аккаунту, просто сейчас нету времени. Да, нет времени, поэтому выходит все довольно редко. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Опять ничего не видно на экране. Ну что поделать.